Бобер, спасибо за донат. Гитарист чат-рулетки. Что это за говноформат такой? Сейчас все начали пытаться позориться. Ну, давайте посмотрим, ты конечно. Ты в туалете сидишь? Как будто что-то плохое. Да, на тебя передергивают. Пиздато. Ты играешь что-нибудь? Такая баба. Да скипай его уже, Тян, ты чё? А у тебя Инстаграм есть? Есть. Напиши. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3. В этом видео я буду играть популярные песни в стиле фингерстайл и смотреть на реакцию людей. Лучше бы ты просто сделал фингерстайл, братан. Также я решил сделать той тянучки на туалете. Да ладно! Условия такие. Подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит 1000 рублей. Так, ребятки, прибегаем туда. Так, сколько нас зрителей? Ребят, сколько зрителей на стриме? 46. Так, самое популярное. Смотрите, пишу просто. Изи косарь. Все, можете мне лайков просто понаставить? Изи 1000 просто. Вот, все, заходим, ставим лайк. Урок по гитаре от меня. Шансы, причем, играть очень большие, так как это первое. Конечно, фингерстайл надо делать не на гитаре, а с девочками. На гитаре надо просто играть. Вот, ребят, давайте, давайте. Ну, сам себе же я могу, в принципе, тоже поставить? Могу, давайте. Вот, я кинул в чат, в смысле, я кинул ссылку. Как это, блядь, что за хуйня? Пиздец, YouTube охуел. А так, пришло? Пришла в чат? Пиздец, что за хуйня, как так? Ебать. А, еще должен быть подписан, да? Блять, ну ладно, за косарь можно. Пиздец. Я отсылаю, я со своего собственного отсылаю ссылку, со своего собственного, ну, вы поняли, да, типа? Я сам не могу у себя же в чате, вы чё, YouTube чё, охуел, что ли, блядь, чё за поебень? Пиздец. Пиздец! Просто ёбаный самарский стыд. Короче, ребят, вот вам тогда ID, блядь. Ну, ID-то должен прийти как-то. Чё за хуйня? Пиздец. Просто, блядь, стыд вонючий. Просто какой-то ёбаный позор. ID не приходит? Вообще, ебать! И как мне косарь собирать теперь? Пиздос. Вообще, оставили, блядь, Мойшу без 1000. Просто вообще охуеть. Так, короче, сокращенные... ссылки. YouTube дебил, блядь, или что? Я не понимаю. То есть, алло. YouTube против того, чтобы были ссылки на самом YouTube. Если сейчас пройдет через кликер, я просто охуею, блядь. Это просто самое тупое, что мог придумать YouTube вообще в жизни, в истории. Если сейчас это пройдет. Если сейчас пройдет через кликер. Лайк поставить. Хорошо, хорошо, блядь. За косарь сейчас разъебемся. Блядь. А как? Закрепить сообщение. Пробуем. Вот закреплено. Пришло оно или нет? По идее закреплено. А вот... А, подождите. А если вот так? Вот я закрепил. Вот у меня показывает закреплено, но его... А, и все, его показывает. Бля, охуенно. Все, переходите по ссылке, ставьте мне лайки, ребят. Сейчас, изи косарь. Не, ну типа, чувак... То есть, еще раз, смотрите. Сразу давайте обсудим. Чат рулетки. Также я решил сделать конкурс. Да ладно. Условия. Конкурс, то есть слушаем условия. Да такие. Подписаться. Подписался, поставил лайк. Лайк, нажать на колокольчик. Нажать на колокольчик. Блять, ладно. Любой комментарий. Любой комментарий написал. И досмотреть это видео до конца. Досмотрим сейчас без проблем. Комментарий, который наберет больше всего лайков. Комментарий, который наберет больше всего лайков, то есть мой. Сейчас вы зайдете и поставите мне их. Блять, а кто сколько задонатил чувак мне? 280. Типа. Ну, как бы, а чё, типа, все выполнено. Получит 1000 рублей или бесплатно. А когда получит? Урок по гитаре от меня. Не, урок не надо, 1000 лучше. Шансы, причем, выиграть очень большие, так как это первое мое видео на YouTube. Давайте не будем затягивать, смотрим видео. Урок я и сам умею играть. Охуенная гитара. А стоишь ли ты этой гитары? Можешь показать? Пизда играет, да. Ни разу в жизни мне мужчина не доставлял такого удовольствия. Одобряем. Алекс Найтмер, фу, то есть Найтмер Аутсайд, вырезай это немедленно. А еще. Астрономия, ну,
я очень хочу тебя скипнуть, потому что мне завидно. Потому что за 5 лет того, как я играл, я до такой степени не дошел. А как давно вы играете на гитаре? 20 лет, 20 лет. Ебать, я, блядь, столько не живу. Я вам похлопаю. Шучу, живу, но все равно. Я вам похлопаю, смотрите. Ну, я играю, типа, лет 13. 6 лет играете? А у вас есть девушка или жена? Нет. Зачем? Почему? Зачем? Зачем? Смотри, как он умеет. Зачем ему жена? Зачем? Он же такой красивый. Гитары, да, все деньги должны быть ваши. Тля, какая королеварочка, да? Да-да-да-да-да-да-да, играйте дальше. Это божественно. Nightmare inside. Сыграй Хулио Иглесиас, пожалуйста. Бля, чувак, ты красавчик, долгий клип тебе жизни, творческого успеха, молодец. Блин, как легко людей удивлять, на самом деле, PlayStation. Ты красавчик, долгий клип тебе жизни, вот реально, серьезно. Ну, в плане того, что ты, у тебя талант. Сделай, стань музыкантом номер один, как Цой, не знаю, там. У тебя реально талант, да, диджей там какой-то, электромус. Ты реально, я тебе говорю, ты, у тебя будут миллиарды поклонников. А ты знаешь эту песню, да, которую я сейчас играл? Ну, я так помню, что там девушка NL, I never said no in gentleman in NSA. Что-то так помню. Она про Radio Energy играла. На самом деле, у этого чувака талант, и у него будут миллиарды. И FM помню, Wife, вот такие всякие, но сам про Energy. Я уже еще помню, года 3 уже играет даже. Я, кстати, терпеть не могу эту песню. Я сейчас вспомнил, что он сыграл. Она прям супер уебищная. Она вообще простая, на самом деле, звучит неплохо. Там какая-то прям супер омерзительная студийка, и прям вот аранжировка, бит, то есть все просто абсолютно отвратительное. Ненавижу эту песню, пиздец. То есть в гитаре я даже что-то забыл, типа, что-то знакомая какая-то хуйня, такой, боже, блядь, это ж та поебень, пиздец. Типа, я имею в виду, мелодия, это ладно, норм, но то есть все остальное очень хуево. Начиная от голоса, аранжировки, все просто ненавижу в этой песне. Плохо, кстати. Чувак, я, конечно, вот сейчас, ну, не пи, там, не подумай, но если бы я был бы девкой, я тебе, наверное, месяц дался за это песню. Не, ну реально классно играть, чувак. PlayStation, блядь. Два аккорда сыграть, типа, девки дают. А, да, точно, так же есть. Вот так вот не круче звучит, вот когда, типа, вот так вот. Еще лучше, еще лучше. Ну, типа, добавить вот это вот я хочу. Ну, да-да-да, может быть, намного лучше. Ну, с таким звуком не очень. Да. Ты металлику не играешь? Очень классно, реально, шоу. Вот это? Да-да-да-да-да. Ну, сколько нам еще круче? А Нирвану сыграй что-нибудь, Нирвану. Нирвану. Сейчас обосрется. Ну, тут-то нет, понятно. Удивил. Да подожди, не удивил. Битлз. Если бы он Нирвану сыграл одновременно вот эту хуйню и мелодию вести, вот это я бы вообще обосрался. Тогда бы я прям шляпу снял реально. То есть, по-моему, вот это очень сложно. Типа, ее и так, это... Битлз, пожалуйста, Битлз, чувак. Как ни странно, Нирвану сложнее всего, на самом деле. Всем привет, отсосы. Удачного стрима. Да ночу в фонд мага-фистинга. Мы уже собрались с Димоном, опаренным пожухлым вчетвером на одном перевернутом табурете, чтобы посмотреть реакт Моисея на этого дурачка. Спасибо, Пеннивайз. Пять сотык, заебись. Спасибо большое, Семен. Семен, отличное имя. По-английски это Семен. Так что спасибо большое за донат. Да заебал. Ну типа того, чувак. Слушай, а ты не ютубер случайно? Ну я вообще музыкант, да, на самом деле. Ютуб хочу сделать. Жалко, я бы на тебя подписался, смотрю, как ты играешь. Ну, кстати, на самом деле, я сейчас записываю ролик на YouTube, как раз таки, вот планирую YouTube открыть, вот сейчас идет запись, как раз таки, чат-рулетка. Ладно, я не знаю. Руководство YouTube. 25 rubles. Если ты не понял, почему мы решили запретить отправлять ссылки в чат, то вот видео с того самого совещания, где было принято это решение, Вот этого лицо я везде узнаю просто, мне кажется, вот этого чувака. Вот.
чисто мужики забрались, такие, так, давайте, не будет у нас ссылок в чате. Оу! Вау! Прям его за хуй схватил, по-моему. Произошел одобрительный момент. Кто это, чувак? Как он сказал, я же вам все. Мужики, давайте уберем ссылки в чате. А если что, я тебя смонтирую и выложу. Да? Вот, пожалуйста, я как бы мы адекватно пообщались. Я желаю всего самого хорошего тебе, чтобы у тебя все было, и музыкальной карьеры. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки, называйте, отмечайте колокольчик, самое главное, все будет супер. На-на-на-на. Блин, клево, что я могу закреплять что-нибудь. Я хочу что-нибудь закрепить, прикольно. Все разного прям. Круто. У меня тоже ногти длинные. Вы лайков мне навали, ребят? Ребят, я надеюсь. Изи косарь. Много ноты, Кать. Охренеть, охренеть. Да-да, нахрен просто звук. Вот. Просто звук качественный. У меня вот на правой, видишь, нота. Но он не сказал, когда он даст этот косарь. А на левой нет. Вот. На правой отращиваю, на левой нет. Почему? Зачем нужна девушка и жена, действительно, да. Бля, а как на то жить? Есть парни. Точно реагируют. Нормально. Представляешь, что в баре там где-то там встречаешься с женщиной первый раз, прикинь, вот она вот так вот и вот так вот... Блин, к сожалению, да, типа талантов. То есть, не, ну чувак хорошо, конечно, лобает базару ноль, но... Типа этим уже мало кого удивишь. Вот смотришь на вид, что на одной стороне... Симен. На самом деле я гитарист. А я подумал, что маньяк. Привет. Ля, какая принцесса. Ля, какая. Ля. У, сука. Я бы с такой чики-брики. Ля. Ля, какая. У, сука. Я бы с такой бы чики-брыки бы, ля. Сейчас бился еще раз. Блин, пацан, успех ушел. Не получилось, не портануло. Это уже бабища-колдунья, я бы даже так сказал. Это уже не девочка-принцесса, это уже прям... Ведьма. Молодец, неплохо, отлично. Заебись, четко. Четко. Бля, не, такой девке надо играть что-то типа это. Че она, блин, не знаю, блин, этот. На сердце боль, взгляд смотрит в небо. Чтобы все смотрели. За неспортивное поведение? С какого хера? Все условия я выполнил. То есть... Я даже не накручивал лайки, хотя, кстати, не сказано, что нельзя накрутить себе, блядь, лайки. То есть даже этого... Типа, я по условиям все сделал максимально четко. Единственное, он не сказал, когда косарь будет. Вот, ну можно отправлять по ссылочкам в описании, либо на Сбербанк, в принципе. Вот если господин Николай Попов будет смотреть, то, собственно, 1000 жду... Вот, и в принципе в эту 1000 я даже не против, можно задонатить какой-нибудь свой следующий видос на реакцию. Вот, такие дела. На самом деле бурно. Да ладно! Воу! Спасибо большое! Так, ребята, мужики, для вас, все для вас. На самом деле бурно. Да ладно! Так, ребята, ловим кадр. Принцесс не одобряем, только волшебниц. Тихо, тихо. Давай. Опа-ча! Вот жук! Мне это надо сфоткать и на аватарку поставить. О, да! У, спасибо! Ай-яй-яй-яй-яй. О, ну это все, ребята. Так, я извиняюсь, мне нужно отключить видеокамеру. Сейчас просто у меня тут, так сказать, возникла проблема. Блин, я только начал, а ты закончил. Ну, что, ну давай сыграй. А ты учился, что ли, битбоксер? Ну, так, баловался немножко, так. Ну, хорошо, ну попробуй, кстати. А, давай. Я сейчас кончу! Где там Сергей Сокол? Бля, пизда, он делает, кстати, нормально. Только, ну, типа, по скайпу нельзя, чтобы в ритм попадало, не попадешь. На самом деле, это делается вот так. Почему диски? Да нахуй они нужны кому?
Блин, я подозреваю, все равно получается десинхрон, как бы. Ну есть, да, есть такое, да. Ну все равно, кстати, хорошо. А что, вокального сопровождения не будет? Ну, пою я похуже, да. Могу фекальное. Лучше пою так себе. Фекальное сопровождение. Знакомая тема. Нет, ну могу попробовать. Мы расстались, помню, какие города, словно это было похмельем. Через мои песни идут и идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Скоро рассвет. Го в туалет. Ну и так далее. Кстати, охуенно. Супер. Большое тебе спасибо. Бля, Калик, хочу тебе. Подожди, вокал же похуже, правильно? Или мне кажется? Ну, я бы сказал, знаешь, такой, типа, ламповый, ненавязчивый под стать музыке, и поэтому все нормально. Ты просто поешь по-своему, вот и все. Душа. Безумно можно быть первым. Привет. Привет. Здорово. Какой день пойдешь? Да, вы тоже нормальные. Спасибо. Комплимент какой. Сыграешь? Да. Можно без кузнечика? Пожалуйста. Да, этому парню ладов хватает. Прекрати. Чего, вам кузнечик не нравится? Сделай что-нибудь современное нормально. Хуй знает, что это. Это юность моя. Это не лето был. Вот, юность. Сбежал из туалета. Да? Нет. Не лето, да. Юность. Ты что, юность? Нет, неправильно, это был на самом деле не лето, краш. Вот. Ну, юность песня. Нет, это песня юность, не юность. Моя? Нет, это не юность. Я знаю, всё, краш. Вот это терпеть не могу тоже. Я так хочу, чтобы ты мне всю жизнь играл. Или я что-то перепутал? Господи, это лучший комплимент. Вот, вот, вот эту я терпеть не могу, да. Та типа просто похожа на нее. Блин, господи, почему так? Просто, блядь, ненавижу. Хуёвин, ёпта, блядь. Моцарт писал эту песню всю ночь, а потом умер, блядь. Сука, ненавижу. Спасибо, Артур С, за донат. Спасибо. Пиздец, я бы не выдержал. Я бы, если так стримил, типа, ну, то есть, в рулетке бы сидел с тупыми пиздами. Да, бля, ёб твою мать! Я богат! Все сосите, я богат! Масин, ты сегодня с Сенсиликим, висящим на заднем плане, стримишь... Сосите хуй! Чё? Ты услышал даже, да? Да, там на кухне, блядь, слышал. Ёбаный бро. Блядь, будка всё наш придырявилась, походу, хуёво работает. Кот процарапал, блядь. Пиздец. Да мне на самом деле просто 5 сеток задонили, я ору, блядь, рофлю. Пиздец. Давай, зайка. Да, ищем дом за 300, все, пиздец. Охуенно, ребят. Когда стрим с синтом? Бля, синт здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы не ждали волшебника. Может, завтра? Они, вот они. Взять с собой его. Sound Blue, thank you for ordination. Спасибо большое за донат. Бетховен это сказала? Бетховен это такое, знаешь. Ну, это тоже точно сумма. Она пыталась показаться умной. Да. Я, кстати, даже не прочитал, что Семен написал. Вот это вот Бетховен. Солнцеликим. Да, конечно. Но я как бы как обычно уже, он у меня поселился плотно, так сказать, на фоне. Ну, то есть, как у депутатов висит, типа, в кабинете. Вот я решил так же. Это гитарист косарь дает, да, Семен? Надеюсь, нет, потому что если это был он, то я уже еще косарь не получу, а так я получу, как бы. Ничего. Играй, играй. Ну, условия тупые, типа, почему больше всего лайков? Типа, рандомный коммент должен получать, потому что если больше всего лайков, придет просто какой-нибудь козел вроде меня и, блядь, и все. То есть, такое. Спасибо, Виталий Дубинин. Про тот инцидент на концерте. Никакого злого умысла у меня не было, и это никак, это не повлияет на наши отношения с Михаилом. В
конце концов, мы два взрослых мужчины. За Прада, за Гуччи, устроим гачи-мучи. Хорошо, хорошо. Сейчас, короче, уеду к тебе там в Москву. Буду с тобой жить. Будешь моей еще одной соседкой. Что ты, черт побери, такое несешь? Он говорит, что он бабник, он говорит, что ты его будешь соседкой. Господи, я люблю таких. Такое, а что-то крали такие, хуй знает какие-то. Сука, не хочется жить. Я бы хотел бы такую мелодию все-таки записать, рэп, вот такую. Я бы такую вот рэп записал. Если понравилось это видео, подпишись на канал, поставь лайк. Чёрненько не... Также подписывайся на мой инстаграм, тикток, ссылки в описании. Спасибо за внимание. До новых встреч. Да в принципе, после бутылочки Ягера замечательные девочки-красавицы. Вот, значит, ждем косарь. Спасибо большое донатеру. То есть, как бы донатер как бы сам потратил 280, а мне, получается, еще косарь нафармил. Ну, пока еще нет, но ждем. Все, спасибо за просмотр.